Итак, давайте посмотрим, какие же игры ожидают нас летом или же даже позже, период новый. Начнем с Resident Evil 8. Long ago, a young girl went with her mother to pick berries for her father, who was hard at work. But the forest greeted them with a dark, cold silence. The bushes empty. Yet determined to find the berries, the rascal broke free of mother's grasp and vanished into the trees. Mother's worried cries faded fast as the girl ran on, over vine, under branch, and into the forest deep. What is it with that creepy story? It's just a local tale. You're really into that stuff? Quit being so paranoid. No, no! Friendly! Friendly! А чё, сквозь него пуля проходит или чё? Chris? Sorry, Ethan. Why? Даже в 21-м. Нормально, надо проходить. Правда, последнюю часть выпустили за 3000 рублей. Кто будет покупать за такие деньги? Нормальная цена, когда если максимум 1500 или 1000. Или даже дешевле. Ну, здесь нормально, нормально. Demon's Souls ремейк. Конечно, в это проходить самому, это убивать свою жизнь, поэтому лучше посмотреть прохождение как историю. Поэтому такая игра была бы великолепна, если бы нормальный геймплей был, можно было пройти за несколько часов или несколько дней максимум. Посмотрим, Hitman новый.
It was always going to end like this. All your hard work, all your sacrifice, only sped up the process. Ну и дебилизм. Отлично, это обязательно надо проходить, но тупость заключалась в том, что в лесу ходят с фонариками, себя светят. Конечно, их даже ребенок высекет. Спидерман, смотрим. Is just someone who doesn't give up. Your dad said that. He was right. Now it's your turn. Go be a hero, Miles. Okay. Let's do this. Полнейшая тупость вообще. Полнейшая тупость, даже смотреть неохота, потому что Спидерманом должен быть белый, а негр должен быть мистер Ток или кто там током управлял. Ну а так просто ради того, чтобы поугореть, можно пройти. Но я знаю, что Спидерман это не негр, это бред. Все началось с того мультика, который 2 FPS выдавал. Токио.
Да, история про то, как все залипают в свои экраны телефонов, а настоящие герои никогда не смотрят в дисплей, а делают дела, по городу ходят. Нормально, надо проходить. Стрей. Тот же самый Токио после того, как люди еще исчезли. Прикольно, да. Можно позалипать бродилка за кота. Как мы видим, кот не различает, робот или человек. Все равно, лишь бы пожрать дали. Для трехлетних, что я смотреть не буду. Улетела. Это история 2002 года, наверное. То самое, это неинтересно. Будем только качественные, художественные искусства картины смотреть. Making this easy. Для Unity, что ли, игра, да? Ага, понятно. От кого это создатели? Dishonored. Фу, блин, короче, дичь. Вместо того, чтобы Dishonored поиграть, они взяли кукол, сделали кукол бей. Ой, короче, еще хуже. Деградировали, блин, за 5 лет. Да-да-да-да, типа, короче, насилие запрещено, крови больше не будет. Ну да, блин. Запрещено даже думать о насилии, все, блин, посадят в тюрьму ментального экзорцизма. Короче, для умственно отсталых. Аж настроение упало. Бесило для четырех классов. Godfall. Не трать всю жизнь на вот такое вот дерьмо.
С позволения выключу звук и сяду, просто это слушать невозможно. Перейдешь какой-то. Как посмотрим, что это за игра. Причем бьет одного, остальные смотрят. Так, не каждому зайдет, но попробовать можно. Это отрывистый кадр, это делал какой-то семиклашный. Ну, то есть это вообще несмотрибельно даже. Что-то мышь не убирается. Что это? Понятно. Для девочек. Четвертый класс, вторая четверть. Всем огромный привет, друзья. И все последующие части... Что ты базаришь? Так, Gran Turismo 7. Ну, если есть Forza Horizon, я фиг знает, чем это играть, но так нормально. Опять же, Horizon — дополнение. Только это уже другая игра. Как раз вот эту игру, она нормальная, но ее засрали тем, что только она на приставке вышла, PlayStation. Поэтому в нее мало кто играл.
way to stop it. Or we'll get worse and worse. There's nothing I wouldn't do to save this world. No depth I won't explore. No secret I won't unlock. No barrier. I won't cross. This mission is mine alone. If I falter, if I fail, there won't be anyone left to stop what's coming. Ну, сам подумай, с лука стрелять танка, это бредятельная планета. Вторая бредятельная, что когда человек воюет железом, железо всегда побеждает, потому у нее хотя бы как минимум должны быть суставы титановые, а она сама это даже не киборг. Я не знаю, это бредятельная история, но как игра она интересна, можно поиграть вообще нормально. Отсутствие динамики вообще. Заселение планет. Не уснул. Для Николая игра. А без текста. Thank you.
На нахер. Ты должен бояться картонных чудовищ. Myself down here. I need to not get too ahead of myself because after all, this could be fake and this could not be the proper information that is being given out to the public, aka us. But I'm going to take this with a grain of salt, but I'm still super excited. I know we're going to... Это америкосы могут базарить, да, вот у них рот не затыкается, даже не выдыхая, вдыхая, как будто они не управляют своим базаром никак. Без конца, нахуй. Для них это считается умственное продвижение, интеллекта показывают они. Это баскетбол для бомжей, короче, фигня это все. Делать нечего, блядь, отдать жизнь, чтобы все около мяча потеть. То же самое, что и футбол. Высер голимый. Вот, Oda the World, первая моя игра на PlayStation 90-х. They believed, trusted, followed, and it led them here. You may have escaped the murderous blades. For the fate of your entire people is up to you. Про Россию, что ли? Ну, надо проходить. Толстый киборг. Мышь бесит.
upset. Freedom. Our freedom. Какой-то шуе. Нормально, нормально. Может пройти, такое интересно. That the dimensions are collapsing on one another. If we cannot get to that far, that's not listening. Dimensions are weakening considerably. How bad is it? Well, it is certainly not good. Непонятно, идея вообще нормальная, но зачем, если он сквозь миры перелетает, останавливается на каком-то кораблике, чтобы попукать с пушки? Resident Evil 8, кстати, а геймплей посмотрим. Всем привет. Мой часть и тот... Resident Evil Village, and I just call the game Resident Evil. First off, along with our fighting against bioterror from Resident Evil 7 Biohazard. Беспонтовый базар. Дальше. I relive my first moments on this alien planet. The crash. The attack. My death. The crash. The attack. My death. Trapped in this endless cycle. Is no escape.
each time I awake, this planet seems somehow different. As if changing. This world is becoming part of me. Infecting my mind. My memories. The longer I spend here, the more I can feel my sanity slip away. But I cannot lose hope. My only choice is to keep fighting. To keep looking for answers. My only hope is to break the cycle. Before the cycle breaks me. Отлично, отличнейшее. Надо проходить обязательно. Returnal, да, Returnal. Для двухлетних. Да, это для игры для планшетов. Итак, друзья, я вновь рад приветствовать всех вас на новом. Че это? Вроде адекватный взрослый человек, да. А нет, нет, нет. Киберпанк, ну про киберпанк мы все знаем, все ждут офигенно вообще, вот просто геймплей минутку, минутку. This is another targeting system that will reveal enemies behind walls. Paired with the penetrating rounds of our tech shotgun, it's a deadly combination. Looks like we found some loot. This is a smart gun. It's one of the more advanced weapons in the game, allowing bullets to track and follow their target. It's one of many different weapons players can acquire. Weapons are built of modules that allow for deep customization and progression. This way, you can be sure to find something that will suit your playstyle. They're the toughest bastards guarding this route. Probably some reason for that. Motherfucker!
Cyberpunk 2077 might work. We also gain access to powerful melee combat cyberware. So even someone as fast... Короче, понял, нормальная игра. Что говорить, ты же... 45 тысяч лайков, видишь. Остальные просто не в курсе. Обязательно для прохождения, Dark Moon. Чё это? Warm rays were always a beacon of hope, fending off the grasp of the eternal and frightening darkness. Alas, a powerful ally can become one's executioner. An unexpected solar storm turned the life-giving energy into a wave of destruction, its touch leaving vibrant cities in chaos and disarray. Sparing nothing in its path, the solar wave also enveloped Earth's only natural satellite, the Moon. A desperate fight for survival began on the lunar plains, leaving fragile people defense. Игру покажи, кадры вот эти расплывчатые показывают всю дорогу. А, это стратегия. Нормально, я вижу такая. Прикольно, можно попробовать. Переводить на русский никто не будет, потому что понятно, все не переводят на русский такие проекты или игры. Slated to release on the system. They will give each. Так. That a lot of people had, and let's get right into that. So like traditional battle royales, there's the solos, there's the duos, and there's the squads. The devs have damage will be не хотят показывать игру с какие-то буквы, блядь, расплывчатые кадры, опять повторяющийся кадр. Не работает она, говорят. Успокойтесь. Даже новорожденный такой не показывай. Сейчас помогу начаться. На Шуи сразу видно. Нормальная заставка, на раз уже у вас там все пиздец, то может быть просто сидеть тихо, спокойно. Иначе вы тупые просто. Я являюсь идиотом. Так, дальше.
Репит беспонтово в песне. Блять, невозможно слушать нахуй. Тошнит нахуй. Вообще, она уже пройдена. Тирания. Что это? Чё это? Понятно. Вообще какая-то болезнь какая-то. Где это понабрал? Давай быстро это все выключим. Last of Us, та игра, которая была убита из-за того, что она не вышла на ПК. Это нелепое интро как бы символизирует беспощадность, и тогда ты получишь именно то, что не хотел. Тип, наверное, 3 недели делал этот обзор. За математикой играешь? Нет, это убого. К открытию не сильно меня заинтересовало. Также диалоги. Убого. Убогище. Опы на эту тему. King Arthur The Role Playing War Game. Завязка с одной стороны достаточно стандартная. По землям сейчас сами разберемся, будет что. Нормально. РПГ. Но нужно ли такое? Сейчас проверим. Видно, что от ведьмаков-то создавал. Просто если уже есть ведьмак, зачем это надо? А, еще как типа по очереди бей. Нет, забей. Дегенерейшн, мы это посмотрим. Welcome back everyone, I'm Dick930, and this is my final review for V1 Interactive's Disintegration. Disintegration is a science fiction video game that combines elements of first-person shooter. Concept that the developers landed on is... Ну, короче, это тебе дают модуль, ты летаешь и стреляешь, тупо. Да даже тратить время, наверное, зачем? Ну, тебе модуль дали, ты по карте стреляешь, не очень, короче. Не знаю, в 2002 году было бы нормально. Деспирадос. Деспирадос 0. Это
вроде бы проста. Главный герой, Джон Купер, ведет поиски некогда... Точно произнесете возглас удивления. Ну это клон РДР, это зачем вам нужно? Если есть что-то похожее, то играйте самое лучшее и не повторяйтесь никогда. Не трать время, просто потом они... Те, кто сентиментальны слишком, или что-то хочет свою жизнь прожечь на какой-то бред, то играет кто-то... Сидит. Убери это, покажи. Взрослый чувак, и сколько тебе, 6? Большой привет всем зрителям, с вами Ктар, как и раньше, и в целом, его интересно. Естественно, их выбор намного интереснее. Картонная игра какая-то совершенно неинтересна. Убери этот текст. Понятно, ты понял. Взгляд наметан, глаз наметан. Сразу видно. Open the chest, biggity bam, what's inside? Oh no, there it is. There it is. Это за бредятина. Комикс какой-то, что ли? Для пессимистов. Трик он запрыгнул. Смотри. Он даже не касается земли. Даже такие игры делают нормальные. То есть каждый... Опа, видишь, он запрыгнул, пробежался вот здесь и пошел. Нет, это позорище. Ну такие двухмерные, даже со времен Лимба хоть как-то там каждый шаг значил что-то. Здесь видно, что это просто... Стой. Валорант, да, автоматически смотрит на меня какой-то бред. Шизофреников, это четко Алиса, да? Какая-то Алиса. Сина Алиса. А для телефонов, что ли? Нет. Так, вот. Iron Man. Железный человек мог быть уже получше. Я вижу, что какой-то бред. А, это... На... VR в очках. Ну все, ты разбился, врезался в скалу. Ну это бредятина. F1, да? F1. Укатища века. У нас нормальные гонки есть. Зачем F1 играть? Тут же NFS даже лучше. Тот же Forza. Нет. Загонит тебя в унылое состояние. Наскар. Фу, так это 95-й год, даже хуже. Рогальки не смотрим, выживание, ты в жизни выживание создай. Чтоб поинтереснее было. Так. Это что такое? Призраки какой-то Японии или Китая. От создателя Секира сразу видно. Не иначе. Но если как Секира, сразу выбрасывает, что это не игра, это дрочильня. Потому что такие игры должны проходиться за несколько часов или дней. Вот у Секиры я получал удовольствие, когда проходил с помощью читов бессмертия. И топ там надоело. Даже с бессмертием-то не пройти ее.
Ubisoft, что ли, создавал эту игру или что? Мыло лютое. Даже конина достала, давай покажи что-нибудь. Ну, пол, как всегда, непробиваемый в любой игре. Пол остается почему-то. Ну, так, по приколу можно попробовать, посмотреть, если зайдет. Это интересно, что такое. The house on the hill was... The servant took Paul up... Это блядь, да. Там 2D историю. Это каша говна прям. Turn-based tactics games aren't always eye-catching, but other side from developer Lightbulb Crew instantly grabbed my attention with its bold and moody. Тут они даже не раскрасили. Даже не то, что не раскрасили, они оставили так, как даже в движке оно должно было быть при создании. Даже не занимались никаким цветовым оформлением. Только видно было, что какие-то обводки и все. Это Skyrim, это как всегда будет автоматически интересно. Дополнение. Ну не в этом году. И кстати, неправильная картинка у него, шакалит по краям. Слишком он сделал окружение слишком большим для экрана. Это не для этого. Ну смотри, что это. Викинги. Викинги. Ничего даже читать название. Понятно. Есть игра для крафта. Ну, на крафте, на основе крафта построена. То вообще ее даже не останавливать. Вы придете только к тому, что будете дегенератом. Кстати, это ММО тоже касается. Нет. Классную атмосферу. А, этот пидор. Нет, его не смотрим так. Не то запустил просто. Спасер спотted at metro station.
Интересно, это надо проходить по-любому. Ну ты олень, да? Бежишь, как сломя голову. Тебя в школе не учили, что бегать нельзя. Всем привет, друзья. Вы на канале Игра Обзоров. Я Константин Дарк и знаю... Всем здоровья. Дом Балат. Эти... Нет, это отстой. Нельзя играть. Вредно для мозга. Total War опять какая-то новая. Их вопросов нам удалось прояснить. Warriors of the Bronze Age. The furthest back any Total War game has ever gone. Now of course the period is full of myth and legend. But today we will witness this battle play out. And write our own history. Миля, твоя неделя. The battlefields of ancient Greece were predominantly infantry focused. War horses on the battlefield were scarce and mainly reserved for chariots. We've designed greater distinction. The sheer weight of their colossal armors, where close to their archers and push them to the rear of Hector's formation, leaving them exposed for a flank. On our retreat, we will take some arrow fire. This will keep our strongest units at full strength. Our heavy chariots have wrapped around. Да это отстой, ты видел, что происходит. Даже нельзя играть, они уже все, уже слились. Death Stranding обязательно скоро выходит на ПК. Гольф, ну-ка посмотрим, что это за гольф. Да в GTA есть гольф, зачем тогда он здесь нужен? Даже он на телефоне, остановись и играй. Серия SM4. Это четвертый уже был 10 лет назад, почему-то опять 4. Кто такой вообще вылез, блин, в игру залез? То есть все равно проходить, поэтому посмотреть-то. Понятно, НФЛ какая-то. Это бредятина полнейшая. Для конченых деградантов. Другое. Это не ворд, непонятно. А, ну все, понятно теперь. 2003 год. Wasteland 3. А, посмотрим, что это. RPGs and it helped inspire the creation of the Fallout franchise, if you're not familiar with that. Yeah. Это квадратный мир, непонятно. Это квадратный метр для жилплощади, что ли? Like experience, knowledge or output. Фу, ну и унылость вообще. Star Wars Squadrons. Не успела та выйти, уже новая.
Хотя та была полнейшим отстоем, даже нельзя было играть, потому что... Во-первых, это Шуя. Да и во-вторых, то же самое. Ну посмотрим, так попробуешь, может пройдешь, может и нет. Последнее. Southless какой-то. Есть только Doubtless. Всем привет, вы на канале. Ну понятно, как для восьмиклашек.